Всех приветствую на своем YouTube и Яндекс каналах. За окном 6 августа. 8 вечера на часах, и сегодня мы с вами будем обрезать арбуз продюсер ПВП для того, чтобы получить хорошие, крупные, спелые арбузы. Вашему вниманию будет предоставлено полное видео обрезки моего арбуза, так что не спешите выключать после окончания разговорной части, а досмотрите видео до конца. У нас в Ярославле арбузы исторически не растут, потому что им холодно. Поэтому мы сажаем гибриды для нашей местности и устраиваем танцы с бубном, чтобы вырастить арбуз. Основная задача обрезки арбуза – сделать так, чтобы все питало вошло именно к нашему зреющему арбузу. После того, как завязались арбузы и, очень важно, арбузики достигли размера больше теннисного мячика, можно приступать к обрезке арбуза. Если завязи будут меньше теннисного мячика, то после обрезки растение их может попросту скинуть, ибо обрезка – это стресс для растения. При обрезке оставляем один арбуз на плети. Прищипываем или обрезаем его через 4-5 листьев от плода. Все плети, где нет плодов, удаляем, вырезаем под корень. Также удаляем все пасынки на плети. После обрезки обязательно подкормите арбуз калиевой селитрой. Калиевая селитра – это катализатор роста растений и поможет нашему растению справиться с стрессом после обрезки. Новые видео каждую пятницу в 20:00. Всем пока и удачи!